Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы, развитие физкультуры и спорта, стратегия культурной политики до 2030 года. В рамках сразу трех государственных программ в ЧГУ имени Ульянова открылась международная научно-практическая конференция. Челябинск, Ханты-Мансийск, Новокузнецк и даже Ташкент – регионы России и зарубежные страны принимают участие в конференции. Всего около 300 участников обсуждали нравственный подтекст организации досуга и занятий спортом. В нашей республике уделяется особое внимание развитию сфер культуры и спорта. Регион активно участвует в реализации федеральных целевых программ. Буквально за последние три года мы построили в сельской местности, не в городской местности, в сельской местности 12 современных инновационных учреждений культуры, которые мы оснащаем современным светосигнальным оборудованием, модернизировали 56 сельских клубов для того, чтобы для молодежи, для общения наших ветеранов были площадки. В планах строительства еще 25 клубов. Реализуются проекты в сфере туризма. Этническая Чувашия, Чувашия – сердце Волги. Строится ФОКИ, совершенствуется материально-техническая база для занятий разными видами спорта. Стали традиционными массовые праздники, в числе которых Дни здоровья и спорта. Их популярность растет, а значит, растет численность сторонников здорового образа жизни. Поделиться своим опытом и перенять интересные проекты других регионов и стран – главная цель конференции. Особое внимание спорту уделяется и в столице Узбекистана. В последние годы очень большое внимание в нашей республике придается именно развитию физической культуры и спорта как инструмента, как рычага воспитания наших людей, наших граждан, в том числе и наших молодых граждан. Очень много сейчас строят в нашей республике именно спортивных сооружений, причем спортивных сооружений, соответствующих мировым стандартам. Ну, как пример, еще раз хочу привести вот последнее открытие ледового многофункционального дворца. Более подробно вопросы культурно-досуговой и спортивной деятельности участники конференции обсудят на секциях. Тема завтрашнего дня – поддержка талантливой молодежи как часть государственной политики. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.